Все жалуются, блядь. А у нас же взводного, командира взвода, так, ранено. Три дня назад. Я его перевязывал. Я сейчас за него все ко мне. Все взрослые, блядь. Ну, хуйня, спрашивают все через одного. Башка болит. Че отвечать? Хуйня, блядь. Иди на разбить. А куда идти, Наташа, для ближайшего штаба? 4,5 километра. Тут грязи, нахуй, по колено. Вот ползем. Мы с того разговора прошли метров 150, нахуй. Еще я сейчас приду, меня нахуй там пошлет. Короче, богатство. Понятно, только по телевизору все красиво. Да, 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 продвинулись. Какой мы нахуй продвинулись? Нас охуяли, как котят при переезде, нахуй. 12-200-х. 300 более 40 человек. Из минометра охуяли. Мы даже доехать не смогли. С машины спрыгивали, нахуй. Все вещи, все потерял. Одно у меня вот в одном рюкзаке все было. Ну, как у меня был на плечах, нахуй, я дотащил. Это у меня рот не нахуй. Вообще убежал, нахуй.